Наталья, у вас сколько кошечек? Вы знаете, подождите, давайте сейчас с кошками. Я хочу сказать, дело в том, что предыдущие, пока у меня появились коты, они у меня появились 7 лет назад, 20 лет у меня были собаки. Так. Понимаете, это не маленький срок. У меня получилась первая моя, одна из первых собак, она приехала из Израиля. И ее, она была там в питомнике, ее кормили только сухим кормом, специальным, ну, понимаете, да, в питомнике. А я-то дома начала давать курочку, еще что-то. И ему стало плохо, он просто начал погибать. И мы поехали в ветклинику. В тот момент мне помогли, потому что, ну, ему сделали капельницу, там промыли и так далее. Мне сказали, что кормите из шприца, как и вы тоже кормили из шприца. Да. И у нас капельница все время была в ножке. И вы знаете, я хочу сказать, произошло чудо. Вот он настолько был мне благодарен за то, что я его выходила, кормила там его из шприца, все время рядом он со мной спал, он со мной на подушке. Это потом, это было не разлей вода, он от меня не отходил, это была моя тень. Я туда, он туда, я сюда, он сюда. Это невероятно, это так, такие дети. Потом у меня тоже после были еще карликовые шпицы. Два, мальчик и девочка. Там тоже много всяких историй. Но теперь я, у меня коты, у меня их 11. Да. 11? 11 за 7 лет, да. И они меня также влюбили в себя до невероятности. Я не ожидала, что я так, оказывается, люблю кошек. Круглосуточный стационар, он больше нужен вам, в смысле, ну, да, нам. Да, да. Нам, хозяевам или владельцам, или, не знаю, родителям, как принято говорить, или питомцам? Вы знаете, я считаю, что это очень здорово, это просто, ну, это необходимо. И вообще они должны быть много подобных стационаров в разных районах, чтобы было легко, круглосуточных, я имею в виду, да? Конечно, это нужно нам, чтобы мы были спокойны, что в любой момент есть место, куда мы можем прийти, обратиться. Потому что, естественно, чем больше у тебя дома всяких зверюшечек, вот ребята перечисляли, вплоть до улитки, вот, конечно, ты должен быть как бы абсолютно чувствовать себя безопасным, что есть люди, которые могут оказать профессиональную помощь. А расстаться с питомцем вот, ну, на ночь там вообще его отдать, это ведь совершенно, вот я там свою Басю, мне кажется, ну, только предпочел бы с ней вместе. Это очень тяжело, вот, да. Мирослав, согласна. Вы как отреагировали, когда узнали, что Семен не вернется ночевать? Было очень грустно и... И страшно, наверное. Да, очень страшно то, что он мог и не вернуться к нам. Но он поборолся и вернулся к нам. Это было очень радостно. Да, стационар всегда был на связи. Фото, видео, слова поддержки. Там есть такая опция, да? Да, это было просто прекрасно. Очень все доступно объясняли, показывали. Спасибо им большое. Я прошу прощения, что перебиваю. Наверное, все-таки стационар, он сам по себе тоже создает какую-то такую благоприятную ауру и для кого? Владельцев. Для животных это само собой. Вот. Но владелец, он тоже, он когда приходит в помещение, да, в стационар, он оценивает, видит какие-то помещения, какие-то боксы, в которых, ну, конечно, размещаются, конечно, животные, да, в каких условиях будет его питомец содержаться. И, ну, нам вот как специалистам приятно, что мы организовали вот такой стационар. На мой взгляд, это лучший сейчас, вот, ну, я не буду, все государственный стационар. Вот, а многие говорят, что и государственные клиники и лучше, чем не государственные клиники. Вот смотрите, совсем недавно у меня была такая ситуация. При мне девушка выезжала из двора и, видимо, прибавила чуть больше скорости, чем надо. А в этот момент из парка выскочил, ну, там, ему 7 месяцев был, но это крупный был щенок, здоровенный щенок. И она его, ну, как бы сбила, да. Вот. Ну, как здоровенный, он килограмм, наверное, 14 весил. Вот. Он прям крупная собака. И она его сбила. И я побежала туда, ни хозяев, никого нету. Ну, то есть собака просто бегала по лесу, и она, ну, убежала от хозяев, другими словами. Вот. И девушка как бы говорит, ой, мне некогда, там запаниковала и уехала. Я не могла, конечно, бросить, я бросила все свои дела. Я схватила эту собаку, положила ее на задний сиденье и поехала в клинику. Вот если такие вещи происходят, вы принимаете, вот чтобы оценить ситуацию, да, посадить там пока, если он ну, там сломаны ребра, еще что-то. Конечно, у него не, он, оказывается, даже был не чипирован, у него на ошейнике не было ни телефона, ничего. Вот все соцсети я подключила, мы искали хозяев,
хозяев мы нашли. И на следующий день хозяева приехали забирать, слава богу, ну, не пострадал, руки, ноги были на месте, отбили там селезенку, еще что-то ему там, удар сильнейший получил. Вот. И он так обиделся, знаете, он даже, когда подошла хозяйка, он в клетке отвернулся от нее вот так, ну, типа... ты меня бросила, понимаете? Ну, да. Они же все понимают, все. Вот, и я хотела спросить, если вот какие-то такие ситуации, к вам тоже можно обращаться, приехать, вы нас примете, или это лучше? Безусловно, потому что стационар, он не в безвоздушном пространстве организован, а он на базе одной из лучших многопрофильных клиник города, вот Восточного, Юго-Восточного округа, которая сама по себе является таким сильным лечебно-диагностическим учреждением. Есть и цифровой рентген очень высокого уровня, есть и ультразвуковая диагностика экспертного класса с возможностью проведения и доплерографии, эхокардиографии. То есть хирургия, травмы – это наш профиль. И у меня еще, знаете, какой вопрос волнует? Как просто вот человека, у которого много животных. Очень хочется... вот прям уповаю, что у вас не такие будут безумные цены, как у частных клиник, потому что это нереально. Так вот они даже... не такие, в общем, в целом. По идее, да, если это город, то, да, наверное, у вас как бы приемлемые цены. Очень приемлемые, приемлемые. Разрыв все время увеличивается, мы пытаемся сдерживать цены, насколько возможно. Прескурант у нас меняется раз в год, не чаще. Вот мы не гонимся за сверхприбылью, мы государственное учреждение, и мы вот только в прескурант закладываем вот ту наценку, которая необходима для развития.